Всем привет! По рецепту Вредина мы сегодня приготовим булочки-улитки. Возьмем кастрюлю примерно на 4-5 литров. Туда просеем 4 стакана муки, обычные граненые стаканы. Выливаем молоко, 2 стакана. Полстакана сахарного песка и полстакана растительного масла без запаха. И перемешаем нашу массу. Отдельно нам нужно будет в теплом молоке примерно 50 грамм теплого молока. Развести там дрожжи и столовую ложку сахара. Все это у нас будет стоять примерно 10 минут. Хорошо перемешаем дрожжи, чтобы комочков не было. И выливаем в тесто. И еще раз все это перемешиваем. Потом мы накроем наше тесто крышкой и уберем в теплое место на 1 час. Крышку не открывать. Булочки мы наши будем делать с корицей, сахаром и грецким орехом. Еще нам понадобится теплое сливочное масло. Прошел час, тесто немного поднялось. Теперь в оставшийся стакан муки мы высыпаем 1 чайную ложку соли, пол чайной ложки соды. И пол чайной ложечки разрыхлителя. И все просеиваем. Перемешиваем наше тесто. Потом я тесто уберу в пакет и дам ему немного отдохнуть, примерно 15 минут. Подготовим поверхность для раскатывания теста. Я взяла половину нашего теста. Мажем скалку растительным маслом. Будем раскатывать тесто примерно до 5 миллиметров. Возьмем теплое сливочное масло, примерно 3 чайные ложки, и размажем по поверхности нашего теста. Посыпем корицей. И сахаром.
начинаем скручивать рулетик. Не забываем заранее подготовить противень, смазать его растительным маслом. Нарезаем наши будущие булочки-улиточки примерно на 3-4 сантиметра. Духовку нужно разогреть до 200 градусов. И прежде чем мы булочки отправим в духовку, они должны у нас постоять 5-10 минут. Со второй порцией теста мы проделаем то же самое, только еще я добавлю грецкие орехи. Выпекаться булочки будут примерно 15-20 минут. Вот такие они у меня получились после выпекания. Советую сразу снимать их на тарелку. Приятного вам чаепития!